Доброе утро! Сегодня я буду записывать влог, потому что... Что у нас? Мы опять едем на Латвийс чемпионат! Итак, сейчас... Без 10:12. Как это говорится? Пол первого тренировка! Забыла, как пол первого по-русски. Ладно. Ну... Что еще могу сказать? Мне как бы, наверное, надо собираться. Но... Ладно, я пошла. Так, я уже почти собралась. Осталось только позавтракать. И на завтрак у меня... замороженные бананы. Да нет, я шучу. Вот. Банановое мороженое с... Как его называют? Греческий йогурт. Еще кокосовая стружка сверху. И отруби в виде гранолы. Всем докушать, приятного аппетита! Ну что, всем пока, конец влога, все. Ладно, нет, я шучу, я ухожу на тренировку. Итак, мы заходим в зал, и мы одни. Втроем. Одни. И нам надо раскручивать сейчас все три ковра, каждому по ковру. Компания неизменная. Это вот... Девочка, которая... Лошара она. Лошара Фейловна. Это Анна-Мария. И я. И вон моя идеальная тапочка. Посмотрите, я ее зашивала, и у меня просто там три пальца выходят. Вот видите, как я стараюсь на тренировках. Шуруем закручивать ковры. Закручивать. Я уже говорю закручивать. Все понятно. Просто все понятно. Ну, я сяду сверху. Ребенок не выспался. Я вообще так выспалась. Я тоже. В 11, блин, с половиной встала. А во сколько ты пошла спать? Вот, вот что вот это за труба, пожалуйста, объясните. Две уже стало. И они вот так вот сплющились просто. Так, все, девочки, закручиваем, зато мне уже... Выключай! Так, а как выключать? What the fuck were you doing? Дядя! У Ани нету брекет, кстати, я же не показала. Это лицо уже видно, что она просто такая... Сколько можно говорить об этом? Смотрите, какие красивые зубки! Ладно, встретимся когда-нибудь. Вечером. Мы встретимся в автобусе. Как? Почему так поздно? Мы же еще пойдем. А, да, кстати, мы пойдем сейчас домой. Вот мы вышли из этого места, и мы направляемся домой. Я уже пришла домой после тренировки. И сейчас мы будем с Соней собирать чемодан. Тун-тун-тун, новый чемодан. Здравствуйте. 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 Сейчас я буду плести, а не колоски. В дорогу. Ну, удачи вам, девочки. Счастливо вам. Пока. Я тут останусь. Все, запихали. Ну, пока! Чао! Чао! Флешлайт? Нам в помощь. Да. Ничего не видно, да? Да, ничего не видно, но мы едем. Мы едем. Самое главное. Мы где-то час едем. Смотрите, как Кристина сидит. Мне удобно. Мне удобно. Соня! Это вот так вот ты держишь костюмы? Оу! Мне еще в них выступать завтра. Пока! А на какой этаж? Все, мы отправляемся на 4-й этаж.
Я уже думала, сразу свет будет включен, все дела. Аня, блин. Включай свет. Она карточку вставила. Да, блин, как сложно. У меня уже судорога. У меня там все попадало уже. А где ты свет? Где карта? Я карта. Все, свобода. Ладно, мы тут будем располагаться и потом вернем. Кристина трансляцию начала. Пипец. Уже. Мы тут уже разложились, уже чаи гоняем. Понимаешь, что? У меня Рената пришла. И этот, блин, мини-бар нашла. Я не нашла его, я его. Привет, Рената. Он тебя нашел, да? Я его чувствовала душой. Кошмар. Пока они там все свои трансляции делают. Я пойду спокойно побоюсь, потому что здесь жарко очень в номере. У нас уже весь балаган давно закончился. Наконец. Мы уже, да, мы уже спокойно вдвоем здесь. И сейчас мы скоро уже пойдем спать, пойдем чистить зубки. И умывать наши лица. Пойдем спать. И завтра надо будет рано вставать, собираться. Очень то... О, блин. Уже язык заплетается. Будет завтра тяжелый день. Особенно у тебя. Да, 4 вида, это просто убийство. Аня, слова скажи свои. Всем пока. Мы у нас лайв. Мы делаем лайв. Да, так что подписывайтесь на инстаграм. У нас будут лайвы. Смотрите, это Кристина без брови. Добрый человек, Аня. Мы уже помылись, мы уже все сделали. Спокойной ночи, люди. Увидимся завтра утром. Тогда будет соревнование.